Ну, они... Для меня киви была интересная птица, да. Киви это вообще, она очень редкая птица и очень непонятная, с одной стороны, интересная. Киви. Затем есть такой попугай какапо, который не умеет тоже летать, а ходит по улицам пешком, скажем так, вот такого размера. Вот, он тоже в Новой Зеландии, это все новозеландские. Очень удивили меня, я просто не думал о таких масштабах, то есть, опять же, когда ты просто говоришь человеку размер, он не воспринимает, пока ты ему не посчитаешь метрами и не покажешь визуально. Это гребнистый крокодил, акулы. И, слава богу, не видел, но очень опасался. Это кубовидные медузы, морская оса, от которых погибает очень много людей. Это такая, которая, не, как бы сказать, из невидимых.